Я очень рад за Максима, он действительно заслужил эту победу. Он показывал последние два этапа великолепную скорость. Видно, что он начал разгоняться и показывать хороший результат. Я, к сожалению, сейчас не нахожусь в той оптимальной форме, в той конкурентоспособной форме, чтобы сражаться с соперниками. Поэтому я тут опускаю руки и сделать ничего не мог. Единственное, для меня последняя цель оставалась, это не вылететь из тройки призеров по общему зачету Кубка мира. И я рад, что я эту задачу перед собой выполнил. Тем не менее, вот третья гонка уже в «Жемчужине Сибири» по сравнению с первым днем. Ну, понятно, что форма, как ты говоришь, не оптимальна, но все-таки получше себя продолжался, почувствовал уже трассу свою? Хотя бы немного. Не чувствую. Я не могу сказать, что я себя хорошо чувствую. Я себя ужасно чувствую. Это видно было на гонках. Но ничто с этим поделать не мог. Я понимал, что последние две недели мне придется очень сильно терпеть. Я не смогу прыгнуть выше головы. Фуркат в одном из интервью говорил о том, что я бы через пару лет уже закончил карьеру, и как бы он, намекая на тебя, вот как ты можешь это прокомментировать? Он говорил про себя, я свое слово скажу чуть попозже. Спасибо.